Начинаем с прогноза погоды. Уже второе за эту осень бабье лето затягивается еще на неделю. Так ли это, узнаем у нашего эксперта, профессора Тверского госуниверситета Натальи Евгеньевны Сердитовой. Здравствуйте, Наталья Евгеньевна. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые клинчане. Характер погоды по-прежнему продолжает определять антициклон, область высокого атмосферного давления. И, пожалуй, такого длительного бабьего лета еще не было в истории в нашем регионе. Атмосферное давление сегодня все еще чуть выше нормы, 754 миллиметра ртутного столба, но начинает медленно понижаться. И к концу недели, к пятнице, достигнет 747 и затем останется в пределах нормы 748-750 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха, между тем, сегодня, вот, пожалуй, на этой неделе самый теплый день, на солнышке до плюс 20 градусов, но тоже начинает понижаться. И к выходным достигнет всего лишь 7-8 градусов в дневные часы. В ночные часы столбики термометров по-прежнему находятся в плюсовой отметке, за исключением дней субботы и воскресенья. И надо еще сказать, что ветер юго-западных направлений 3-4 метра в секунду, к пятнице усилится до 6, и в пятницу вероятны небольшие локальные осадки в нашем регионе. Ну а затем выходные, будем надеяться, проведем без дождя. Всем удачи, хорошего настроения. С вами Тверской государственный университет.